удачу с рисунками номер один и номер два, я утратила веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетела чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко, и от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятнее других, я показывал ему свой рисунок номер один. Я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. Анастасия Степанова, испытатель и инженер Института медико-биологических проблем. С детства мечтала о космических полетах, и вот, наконец-то, смогла отчасти реализовать себя и участвовать в космических эволюционных экспериментах, где мы имитируем полет к Луне. В 2019 году я провела 4 месяца здесь, на станции, которую вы видите сзади, в проекте Sirius-19. До этого я принимала участие в марсианских исследовательских станциях в пустыне штата Юта и на необитаемом острове в Арктике, остров Девон. Космос продолжает меня вдохновлять, и я надеюсь, что в будущем я побываю на настоящей лунной и марсианской станции.